когда мы все сбежимся, да, падут на нас перья. Вот. А как потом этих перьев контролить? Они же в ближайшего пойдут, моб. Там взорвутся, там Аллах Акбар будет. Смотри, мы 5 перьев выносим. Мы 5 перьев, которые появятся, оставляются, блядь, там, где мы... оставляются там, где мы стояли. Потом следующие 5 перьев появляются уже возле того моба, где мы бьем. И получается, что мы сначала сливаем там 5 мобов, и потом 5 мобов мы сливаем, понимаешь? То есть первые 5 мобов появятся на этой, на второй платформе, которую мы будем бить. А, блядь, последние 5 перьев, которые были, появятся там, где мы делили урон, стояли. Так, давай это еще раз. Вот смотри, мы убиваем первого Феникса. После этого мы должны сбежаться в звездочку все. Да. Вот. Но при этом, чтобы танки были прокиллены, блядь. Mm-hmm. Понимаешь? Да, понимаю. Ты, танки прохилены, ладно, мы все сбежали. Сила, которые будут хилить, потому что рейд... Силы могут подбежать, похилить. В тот момент был рейд на 10%, они хилили рейд. Ты назови конкретный ник, мы подбежим. На 10%? Там весь рейд был на фулах. Да не был на фулах рейд. Блять, у меня стоит хилбот, я вижу, что творится. Вот, было у тебя видео? Было? Блять... Чего? Давайте не будем там видео. Дальше. Да сложно ник назвать хила, я не понимаю. Подожди. Да давай. Какой ник, блядь, все хилы подбежали, подхилили. В чем проблема? Там. Хилить никого не надо. Я говорю, выполни вот эту задачу, блядь. Я тебя не прошу хилить, блядь, сука, рейд. Я попросил всех хилов подбежать, подхилить кого-то. Давай я стану между первой и второй, между кого-то и тобой. Чтобы я и до него дотягивался иногда, я буду подстраховывать тогда. Просто, блядь, выполняйте то, что вам говорят, не надо. Не делайте то, что вам не говорят, блядь. Просто, блядь, подбежали 5 хилов, ебучих. Подхилили кого-то, все. Ваша задача такая, если вас попросили. За исключением прости. Все хорошо, смотри, первый Пепел умер. Мы подбежали все звездочку, все танки, грубо говоря, там на фул. И смотри, что происходит. Мобы идут в разные, получается, эти. В разные, блядь. К разным пеплам. Ну. Идет каст. Мы все стоим. Мы все одновременно должны перебежать, да? Да. А потом, когда они доходят, мы масс-сейвы даем. Купол в этот момент ставить, когда мы в тебе сбежали звездочку, нет, или нет? Он я по команде скажет. Как же купол, если Лёша кричит, что хилы в другую сторону бегите? Короче, не называет ник. Ну, получилось не очень. Надо просто этот момент разобрать, чтобы все знали о том, что... До взрыва мобов еще секунд так примерно 20. Хилам подбежать, скинуть по одной хилке, блядь, кого-то и вернуться обратно. Надо, блядь, 6 секунд. Там урон очень большой проходит, там, блин, бегать куда-то, это попадает. А чего там? Хули Пал должен оставаться рядом с Каватом. Народ. Момент, когда весь рейд сейвится, он прожмет бабл, я так понял. Да не надо там Хули Палу оставаться. Ну а чё ж ты Хули Пал убираешь всех остальных хилов, кричишь, бегите к Кавату. Все хилы вместе с Хули Палом, без разницы вообще, кто, блядь. Главное, чтобы подхилили. Я, блядь, протопаладином, сука, стоял, хилил кого-то. Вы о чем говорите вообще? Просто надо разобрать, люди не понимают. Мы говорим, сбежаться надо звездочку после убийства пепла. Это вроде ясно. Потом убиваем пепла, все, блядь, бегут смотри. Куда-то, хуй пойми куда. Да, типа, смотри, все побежали, хуй пойми куда, на следующую платформу. Нахуя, если еще урон не поделили. Вы звездочку видите на рейде? Вот, на мне, блядь. Есть звездочка, куда вам надо просто сбежаться. Все стоят на месте, блядь, хилы выбежали. А потом ты побежал, непонятно, нам всем бежать за тобой, за звездочкой, или нам стоять уже дальше, или бежать куда? Да я про ночью, прошу, подхилиться кого-то. Ноль реакции, блядь. Я побежал протопалом хилить кого-то. Что остается делать? Да, ребята, ну все, успокойтесь, забудьте эту хуйню. Давайте дальше. Это просто недоразумение было. Нет, надо просто разобрать, потому что люди ни хера не понимают. Маги тоже на второй фазе, блин, сбежались, а стоят, ничего не делают. Могли продиспелить это, дебаф этот ссаный. А можно, или...
метку другую. Если им замедляет каст, то, блядь, глыбу уйди. Не хватает. Головкой-то надо немножко соображать. А может трусы вместо звезды? Блядь, какая разница, все там видно. Силобезные. Раздавак. Силобезные. Короче, есть идея, походу, как надо бить. Все готовы, поехали. Когда, блядь, этот... Хилы не реагируют. Бежишь, блядь, протопалом, сука, хили второго танка. Не бежали. Ну, я видел только тебя вот здесь. Ладно, все. Каст. На кислого СС, холи пал, остаешься с калатом. Если через СС встанешь, блядь, и этот. Поднимешь холи пала, если не могут так разобраться, и так зайти. Каст. Все ориентируются за звездочкой на второй фазе и бегут за звездочкой. Когда кричу дать ШВ, купол, ДЦ и тому подобное, значит даем эти обилки там, где стоит звездочка. Каст. Куда в раздаваку столько урона заходит? Стаки. Смотри. Контроль. Блять, на крополях. Пускай доход проводи. Короче, дал ШВ. Давай, пускай след на месте. Пускай след на месте. Три моба почти взрывают, да. Две секунды еще. Проводи. Все нормально. Два этих пускай взрываются тоже. 10 секунд дадем. Прохил Джокера. Забирай босса. Не трогайте, пускай идут. Самого последнего за контроль. Да. Каст. Мобы были. Ближние пускай идут, дальних контроль он идут. Оба. Так, одного взорвали, еще один сейчас пускай доходит. Блять. КД. Знаю, все нормально, допускайте, пускай идут. Забираю. Каст. Пускай идут, тебя тоже отпускайте, всех мобов отпустили. Тут их через этот по контролю твой. Всех замедлил двух. Третий стак, тех двух держите, пока замедлим. Все, пускай доходят. Пускай доходят мобы. Каст. Активнее дамажа моба.
20 секунд заберу. Два пускай доходят. Еще пускай эти тоже идут. Пускай идут. Забираю босс. Отпускайте. Отпускайте мобов. Тут возле босса при контроле, если что. Каст. Все мобы пускай идут. Два дальних доконтролить пока что. Одного даже. До массакру. Все нормально. 20%. Дамажьте, дамажьте. Еще один взрыв мобов будет и все. Каст. Активнее дамажим. Забираю. Сиду два. Пускай идет. Дамажьте босса, активнее боссу дамажим. 11. Давайте, 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 активнее. 5. Сколько процентов там каст? Кто на меня должен сейчас повесить? Не знаю, козом повесить сейчас на пистолет. Я еще поверну. Подними монород быстрее. Только под взрыв не встань. Босса, босса, босса переводить. Фаза. Босса переводить сейчас надо. Давайте. Сейв кислым. Пробежали. Баф, баф, пока мимо побегаете. Дал тебе каску. Не забудьте, что после убийства... Короче, мы отдельно будем от вас взрывать мобов. И маги диспелите, пожалуйста. Поискали, Яра уже появился, блядь, дамажим все активнее. У Войда фир. Хуёво, хилы там, смотрите, только не ловите фир с той стороны. У нас ярость, агро будет скидываться. Что милики, смотрите аккуратно. Каст. Каст. Ближнюю ложу никто не контролит, вон так, где РТД стояли, законтрольте и все. Нормально. Прохиливаем, прохиливаем бейт. Монорота Женуэна. Женуэна под хилтом просит. Прохил себя просит. Босс активнее. Какой феникс? Так, феникс только нам. Блять, ебучи. Диспельте с меня быстрее. Пиздец. Маги, блядь, диспел активнее. Женуэн, вставай. Им не дали СС. Серьезно? Пусть. Кто там агрота крывет, блять? Сантей, сила бездны. Звездочку сбегаемся. Тут просто есть. Перерезали. Перерезали. Пошли за звездочку. Звезда. Забрали все быстрее звездочку. Ведро идут. Фир. Продавай себе. Я стол. Скажешь, когда шел. Мои двое подходят. Подходят. Взорвали. Давай, давай, давай. Давай, 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 сейв. Дал. Крик, купол, купол, дай. Хили меня, холи пал. Каст летит. Все, ладно, все взорвались. Можно вставать. Ждем, еще ждем, 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 ждем. Все, все, все пока. Фир, готовьтесь. Блять, фир. Розария лежит. Да ебаный свет, ну? Нахуй. Короче, Леха, я понял, как его надо бить. Потому что, знаешь...
Потому что... Видел? Ноль урона, по-моему. Ровно ноль урона. Ну, я, короче, понял, как бить его надо. Ноль урона, а потом сразу перья, и человек 5 не успел выбежать. С перьев выбежал. Слышишь, Лёха? Я с перьев выбежал, получил ноль урона. Пять человек не выбежало, не успело выбежать, ну, и сразу что-то. Не успело, блядь, это, блядь, проблема пяти человек, что они не успевают выбежать. Сделайте вы все фокус этого Алара. Там после каста секунды через две можно убегать спокойно. Бля, я не могу так в этом рейде просмотреть. Не, это чтобы так убивать, это надо 25 пианистов рейд. Короче, я понял. Смотри, вот мы... Вот первая часть второй фазы, это так и надо. До одного зергать стопудово. Вот та платформа, на которой ты стоишь. А потом нужно, короче, ну, 100% надо делиться на последнюю, где Кават стоит. И 100% надо делиться рейду на ту, где я стою. То есть нужно делить рейд после первого Феникса. Почему? Потому что хоть как-то делить перья. Да, конечно, там прилетело 4 кольца Фира. Должны быть, ну, контроли стопудово по всем Фениксам. И отпускать их по одной платформе. То есть одна платформа отпустила, одна еще держит. И локи где-то, либо локов делить, либо локи на одной, а на другой только другие контроли. То есть друидовские, нихуя знает. Короче, давайте попробуем. Мне кажется, только так убьется босс. Потому что, ну, 10 перьев, нахуй, и зергать второго Феникса, ну, это считай, 20 человек с рейда, блядь, на одном месте, это все 10 туда летят. Ну, короче, заебешься. Мне кажется, так надо. Вот мы зерганули его, нахуй, и сразу надо делиться. Прям сразу делиться надо. На первом же у тебя тоже 10 перьев прилетает. А, на первом, ну да, вот оно прилетает, но это уже под убийство. А их надо, ну они как, смотри, он у тебя умирает, они начинают уже идти по разным платформам. И сразу рейд надо делить. Если у нас рейд поделится. Да, возможно, мы немножко больше проживем. Мы дольше проживем, а нам это и надо, блядь. Понимаете, нам это надо, дольше прожить. Но учитывая тот момент, что танки загнутся. Да а хули загнутся? Вот ты освободился, смотри, ты освободился. Ты, допустим, кто загибается? Кават не загибается уже. Монород загибается, ты идешь его меняешь. Он уже свободен. Это уже БР, это уже Иннер, это уже Диспел. Я могу сказать, что по тебе последняя тычка от Феникса по 50 каплите. По кому? По Войду. Ну да. Ну вот, блядь, паладинов. Там очень больные плюхи уже прилетают. У нас, видишь, паладинов нет в рейде. Тут, короче, надо жить, надо именно отталкиваться от того, что надо, типа, жить, нахуй, меньше с БРов тратить. Вот, допустим, нет, Тут есть один способ это провернуть. Нужен паладин, хотя бы ретрик один. Нет, не в этом дело. Короче, смотри. Тут надо вешать на холле пала диван. Диван, говорю, СС. Да, и он диван дает. Он должен дать диван. Да. И встать как принцесса. Только это хотел сказать, спасибо. Так, ну что там, и дальше продолжаем? Есть еще один вариант без дивана. Я бегу, меняю монород, а монород сбрасывает стаки, меняет себя. А стаки-то минуту висят целую. Он за эту минуту подиспелит, а Нинер покидает БР, даст. Ему могут дать так же. Ты минуту не продержишься, я думаю, продержишься. Ну да, но есть. Ну, это понимаешь, это только при условии, что на четвертый, вот где Кават стоит, побежит. Сколько там, допустим, на 6 хилов? 3 хила с Каватом стоят и ДДшников 5-6 штук. Они контролят всю хуйню. И на второй платформе там 7 ДДшников, 3 хила, и как бы и монорота меняют их. Вот только, мне кажется, так получится убить. А вот зергать второго, мне кажется, не получится. Тогда делаем следующим образом, окей. Короче, вся РДД-зона, даже не вся РДД, наполовину сейчас мы сделим. Почему? Потому что... Короче, все локи будут находиться там, где стоит, короче, Кават. То есть условные перья, которые появятся у вас там, все должны быть забанены. Там, где появится Void, будем сливать, потому что там попроще будет, и меньше прохиливать надо. Их локовских только по команде отпускать? То есть называешь двойника, они отпустили, называешь двойника, отпустили. То есть первые будут Санте и Белорус отпускаются, а дальше уже Казум, Гриб будет отпускать. Вот так, в такой очереди.
искать. Им и проще это... будет. Это первый нюанс. То есть 4 моба у нас будут всегда в контроле, это первый нюанс. Второй нюанс. Если там даже и один зайдет, нихуя страшного не будет. Здесь, на этой платформе, где Void стоит, у нас будут контролить приоритет. Кто у нас? Ой, блядь, кто у нас может стан? Я не могу. Ты можешь стан, да? Ну, станы, рога и таком выпоет, ты набивать или через ваниш, чипшот. Кто у нас может тут поконтролить? Махи будут. Друиды, друиды. Друид это два контроля. Маги это фрост новый. Фрост маг есть там. Они фул законтролятся. Проблема только их отпускать. Как раз монород прибежит, будет там раздавать контроль. Монород прибежит, плюс маги, если что-то будут давать за медло по мобам. Я думаю, там проблем не должно быть. Если там увидишь, что 2-3 моба заходит, будешь давать шлэшку. А один дебаф насколько замедляет каст? 75 вроде, если не ошибаюсь. А то есть 10 сколько? 750. Вы не дождетесь от него ни корней, ни вихря. Ну это да. Так его продиспелит маг, когда он прибежит сюда. Он вихрь будет кастовать 7 секунд. А у него, если в кошку прыгнуть, инстант 200 каст. Раз в 6 секунд. Кого там надо продиспелить будет магу? Монорота. Когда монорот к вам прибежит на следующую платформу, маги его просто продиспелит. Это смотри, Лёха, это надо, получается, назвать хилов, которые будут с коватом стоять, с локами. Это, допустим, Хэпал, Эрдрул. Холипал там стоит. Эрдрул. Там стоит Кирс, и там стоит всего три хила. Матеола, получается, следующий там дисплеит. Там дисплеит Кирс. Там еще Кирс стоит. А у нас друидов... Короче, на этой первой платформе диковат. То есть звездочки, когда убиваем первого. Сейчас объясню. Сейчас уберу эту ебучую звездочку. Звездочку тогда стоят у нас здесь. Плюс. Плюс у нас стоит 4 лока. 4 лока здесь. Плюс у нас стоит кисло. И плюс у нас стоит. Нелик. Если даже кисло дох. Если даже кисло диспелишь, тогда ты. Плюс кирс. Плюс кирс Розария. И Матеола плюс Сила Бездны. Вы стоите здесь. Дальше. На той платформе, где будет Войд, когда после первого убили. То есть это... Сейчас скажу, вот эта метка. Ромбик поставлю. Могу на БДК зайти, если что. Если не надо. Не надо. В печеньке. А, еще по миликам. Туда еще 2 милика смещаются. Это будет Редвар. Редвар туда смещаешься. И раздавака. Вы смещаетесь в звезды. Ваша звездочка. После как первого убили, вы смещаетесь в звездочку. То есть понятно, что вы там тоже относите эти лужи, бля, из-под дальше. В печеньке у нас стоит тогда. Все остальные, кто не стоит в звездочке, дамагеры. То есть это Анкил, Джокер, этот Нейликс, два Ханта, Коника и кто еще у нас? Все вроде, да? Дальше. Давай, не, еще Гриб там станешь в печеньке. Минус одного лока сделаем в звездочке. Дальше. Звездочка контролит все полностью. Гриб контролишь печеньки одного моба. Вот. Звездочка, все мобы, которые у вас появились, вы даете контроль. Гриб контролишь здесь, одного моба, плюс два ханта трапы бросают. То есть в любом случае, если вы законтролите тут троих мобов и там троих, то есть уже 6 законтролено, будет всего лишь 4 моба. 4 моба, я думаю, даже, блядь, при самом хуем раскладе мы законтролим. Дальше, печенька, хилы. Стоит Полина, плюс Элбрил. Плюс Элбрио. Но вы не в печеньке стоите, вы стоите вот здесь. Вы когда перебегаете туда, вы становитесь вот сюда. Блять, ставится метка. За херь. Вот. Вы становитесь ромби, там где стоит просите, грубо говоря. И вы втроем хилите. Элбрио просите пойти.
Здесь же у нас подключается Женуэн, тоже дамажишь это, печеньку, плюс даешь контроль по мобам. Вот, и, короче, получается еще плюс Женуэн. Женуэн в приоритете диспелишь, маги тоже в приоритете диспелят. Плюс по хилам получается Полина, Рости и Элбрил, вы хилите, получается, меня, который будет стоять на первой платформе. То есть в меньшей степени меня придется хилить. Плюс вы хилите Войда. Если Войд ложится, значит меняет его Монород. То есть там, даже если не лег, да, то есть Монород, когда у тебя спадут стаки, ты просто идешь, меняешь Войда. Когда тебя сменили, ты просто... Тут... Меня слышно, Дисю? Да, слышно. Ты Монород, Войд, когда... Я понял, я знаю. Этот... Войд, когда тебя Монород сменил, ты просто освобождаешься, контролишь мобов, плюс смотришь там по ШВшке. Вот кату даешь ШВ. Спали стаки, меняешь Монород. Я думаю, мы с Коватом должны прожить с учетом того сбрасывания, допустим, этих ебучих. Если мы не будем проживать, будем дальше думать, что делать. Все, я захожу и пуляю босс. Дайте баф. Скажи по ССам, чтобы люди дали. СС, Казум, твой на Женуэне, Гриб, твой на этом, блять, на Кислом. Дальше, следующий СС. Это на Матиолу кидает у нас там Делорус. Ну, на второй фазе, я имею в виду сейчас вторую фазу. На второй фазе на Матиолу кидает Делорус. Санте кидает, если что, свой СС на Элбрила. То есть, когда будем вот первого убить, там все свои СС раздадить. Женуэну можно пораньше. Да, Женуэну немножко можно пораньше дать. То есть что, сразу в печеньку, что ли, теперь бежим? Я что-то не понял. Мы когда первого слили, тогда делится ри. То есть, вот как я сейчас сказал, когда первого Феникса слили, тогда поделились. Все, понял. Объясняешь, блядь, как это. А люди слакают, просто не понимают. Да, просто. Быстрее бы съебаться там, блядь, надо отъебись, сделать. Блядь, зачем вы ходите вообще сюда? Обосрался, не понимаю. Ну лучше доплатить просить, чем бы. Радвар готов, все готовы, поехали. Че там Матиола с той стороны одна стоит? Я тут всегда стою. Не, я понимаю, что тут только два человека, Элбрил вставить. Там Локи тоже был часть. Там Делорус Санте на ближнем, дальше это все. Каст. Каст. Забрал. Да, не надо. Нормально. Каст, перебежали. Давай-ка, что-то дохуя урона. Да ебань. Забери голос, готовы. Вставал. Баф по раздаваке.
Дальний контроль, ближний. Да, масса. Все, пускай идут два. Все, дошли на. Не надо, не зачем. Твой. Чтобы ППС терять. Каст. 12 секунд. Тротся, мама. Забираю босс. Что, 5 мобов появилось? Да. Пускайте их без. Одному стандам. Пускай идут. Не контролируйся. Быстро. Да ч. Меня в фризе. Что-то помогает. Выбираю. Да, лаги писать. Каска. Прибежали. Мобы ближние пускай доходят, дам их контроль. Отводи, отводи. Чё, я типа пускай иду взрываюсь. И отведи сразу немножко. Ну вот этого за контроль. Сейчас. Через 6 секунд заберу. Звук осторожно. Забираю. Что-то, блядь, между-между, нахуй. Или сильнее бить, нахуй. Каст. Хуй знает, Лёха, 19%. Вылупились. Ярите сильнее тогда. Не надо, не надо, бить. Боже. Чё, бить, просто... Активнее же. Ой. Ре у нас не ушел. Пытается там. Пожалуйста. Пускайте, разбивайте. Забирай. Видите, босс активен. До следующего спи. Сак подал. Босса, 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 босса. Чего-нибудь, полпроцента. Ага. Вот, чего у вас себя, проехал, проехал. А если его тут шотнуть просто взять и все, да, довести? Сейчас сразу на позиционку сходите. Все, поехали по фене. Еро. Увой до фиры. У нас ярость. Те, кто побегут к Войду, там фир. Смотрите, Войд анонсе крик. Жидок тебе побегут, пропусти.
Смотрите за перьями еще. Активнее. Просила перед, да. Просил же на два. Крафт перри. Смотрите аккуратно, раньше между собой побежали. Народ не просил. Ёбаный Телурус. Хуя ты грубиян. Долго дебал будет. Тихо, блядь, бейте активно. Килить не могу. Бейте активно. Добивайте. Все, перья сейчас будут. Перьев выбегаем, распределились все. Так что у меня монород меняется, контроллер отдаем. Проигрывайте, сейчас будет прохил надо. Фир. Это дошли мобы, да? Да. Раз, два, три, четыре. Четыре. Чё, с той стороны не законтролили мобов? Один вижу, два, три. Так, три там бана вижу, окей. Где там контролят кислого? Это тут... Блять, я просто все трупы тут вижу. Так, смотри, какие трупы. Вот что здесь делают эти... Они не слушали просто, как разделиться. Надо делить... Я понял, короче. Надо делить. Типа как в РСке, типа первая тьма, там вот так вот делить. Гриб, где твой контроль? Вот, Гриб, где твой контроль был? Ты вот здесь находишься, мобы доходят. Где твой контроль? От двух хантов трапа я видел. Где твой контроль, когда ты перебегаешь сюда? Где вот? Вот здесь был твой контроль. Гриб, что скажешь по этому поводу? Мобы появились, 10 штук. Стояли, блядь, там хуй знает сколько времени. Два ханта трапы кинули. В смысле ты платформу перепутал? Ты правильно на платформу подбежал? Просто ты не дал контроллер. Я то и думал. Ты платформу не перепутал. Ты правильно все побежал, просто тебе не было контроля. От Дженена тоже не было контроля. Дженен, где твой контроль? Жена дал? Не спалить начал. Окей, жена на контроле был. Получается, Гриб приебался с контролем. Сколько? Три сверхнова было, да? Пять? Откуда пять? Ну, с другой платформы. Ну, типа, два ханта в трапах стояли. А, этот. И плюс три бана локов стояли. Пять. ЖНН тоже законтролил, 6. 4 моба остается. Мне еще, знаешь, кажется, что если Фир усталость первым слить, то это еще проще будет. Потому что он такая. Да, как это делали раньше, пару раз нам бы везло. Вот он на одной из двух этих платформ себе будет. Потому что он там кидается уже, когда у него лямов 10 остается, только начинает кидать Фир. Такая а тут он фулл хп начинает уже эфир кидать. Там еще, знаешь, там еще зафиряло просто кого-то, и они вот просто контроль не успели дать. Вот в эфире хули сбегаешь 5 секунд. Это хуёво. То есть тут банально это финикс. На того финикса, когда вы бежите, где эфир? Где эфир? Вы бежите на того финикса, вы бежите боком, спиной, блять. Вы не смотрите на него, нахуй вам так вот бежать. Вам обязательно смотреть, вы просто... Бежите вот, блять, бобком, как на этом, на куполе, блять, на джайне. Вас не фернет. Короче, тогда здесь... уже.
когда фирус, потом, когда прибежали, повернулись, вы сразу можете, блядь, даже вот когда вы стоите на этой платформе, да, когда вы убили первого, вы выбрали в таргет, блядь, следующего. То есть вы выбрали, блядь, ту платформу, когда вы туда бежите. Вы выбрали, блядь, эту платформу и этот, и уже смотрите косты того. То есть вам РДД, вообще всем, получается, дамагерам, надо отслеживать банально один каст, это Крик Феникса, на этом косте отворачивать. Даю проверку. В одном случае отворачивается, когда он только фиряет и все. А другие там можно отворачивать. Нет, там стопается. Это первый нюанс. Второй нюанс, там дается дизарм. Дизарм? Он всем дается. Даже если ты отвернулся, он тебе будет дизарм. Да, да. Разве? Да. Да. Он. Ну как. Там до пизды, там только фиру надо отворачиваться. Остальные. Да. Другой кикает в каст. Метеола готова? Ой. Че, сопрот перепивать? Нет, 4 минуты. Метеола готова? Да, 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 тут иду. Все, становимся по местам. Все готовы. Поехали. СС не забудьте. Да, СС. Ну. Готовность, бля. Каст. Кидайте щит на кого хотите. Лёх, ничего не забыл. Да, блядь, у меня кнопки что-то не прожимаются. Нажимаю таунт, он не работает, понимаешь? О, блядь, уже второй раз. Просто таунт не работает. Чё за херь, блядь? Аккаунт как? Войд, блять, под ШВшкой забери, подтащи там пару секунд. Что за херь, у меня кнопка не работает вообще, нажимаю, не работает. Мышкой даже нажимаю. ШВ есть. Два взорвали. Третий. Веду. Не веди, не веди, стой. Говоритесь, говоритесь. Каст, каст, каст. Забери с меня. Короче, меня выкинуло. Меня тоже выкинуло. 15 секунд. Ложитесь. Нет, в смысле, минус один хил танк. Давай, сюда. Как вайп потерять за секунду? Просто нажимаю, блядь, этот, знаешь, один там, второй там нажимаю. Вообще, блядь, не работает кнопка. Ну, вроде все нормально работает. Ника, блядь, нихуя. Блядь, просто кнопка не нажимается. Хоть убей, блядь. Че, расход? Подвис, наверное. Да нет, там не в этом прикол. Типа, блядь, босса, типа, косты, все идет нормально. Типа, и все, блядь, движутся. Все заебись, а, блядь. В плане, блядь, этого таунта не работает кнопка просто. И как раз в этот момент, наверное, подвис. И хуй знает, или дисконт пошел. Леха, расход? Устали, да?
Что? Устать, я говорю. Время? Еще 10 минут, поехали. Еще один пул и про. Ладно, мы народ уговорил. Завтра тогда в 7, как сегодня. Сегодня тогда не Чё, будет. Чё, кто так хочет обсудить? Я не... Кто хочет попиздеть? По 100 голды мы народу скидывать, что говорил. Чтоб сопрота не перепилась. Слушай, а кто выпил? Меня завтра не будет. А ресните, народ, бля... народ вам 100 голды. Ресните точечно, блять, кто-то. Присты там, кто-то. Присыте. Дайте во гримар порт. Лёх, ЕП надо начислять? Подожди, Анкил, сейчас мы это... Да, надо, надо, надо. Начисли это. Сколько? Полторы. А чё это? Резать Лёша, меня? Ты слышал? Нет, меня завтра я не будет. Я не сначала там был. Все, кого не будет, пишите в Дискорде. Я читаю Дискорд. Да я тут сказала, я завтра на похоронах. Да просто напиши в Дискорде, чтобы я не забыл, если что. В Дискорде-то оно остается, никуда не пропадает. Да, может, личку, можешь во флудилку, без разницы. Потому что в Дискорде оно точно остается, а так могу забыть. Еще раз долларан. Войт, РБК. Че, просто РБК идем? РБК? Или ты куда? Да мне похуй.